Гаяськи, ребята, меня зовут Флавиус, и мы продолжаем играть в растения против зомби. Это уже вторая часть, и мы сейчас поиграем в пиньяту для того, чтобы получить какие-нибудь бонусы и плюшечки для наших растений. Так, что у нас тут теперь? Что против нас гаргантюа, ребята? Вы это видели? Так, ну это на самом деле не круто. Давайте ставить тогда вот эти вот металлические шипы, потому что я еще по первой части помню, что против них гаргантюа очень долго сражается. Так, давайте вот так вот делаем. Будем уничтожать зомби летающих. Еще колючечки сюда поставим. Вот мне нравится вот это вот в пиньяту играть, потому что здесь можно испытать много новых предметов, много новых растений можно увидеть. Так, ребята, что-то тут как-то нехорошо у нас все происходит. Надо бы нам более быстро тут все делать. Смотрите, тут зомби идут с разных областей. То есть не только с, допустим, Египта, но и обычные самые зомби, которые, ну, мы в первой части с вами видели. Так, ну ладно, вот и гаргантюа, ребята, подошел. Стоп, а если два этих поставить? Интересно, что-то изменится? Не, ребят, наверное, зря я два пенечка поставил. Да, зря. Ну ладно, давайте будем гаргантюа вот тут, скажем так, донимать его, чтобы пройти этот уровень, а то будет очень больно. Так, вот так вот я поставил тут три этих вагона. Так, о, а что будет, если дать суперспособность? О, ого, ребята, вы видели? Вот это да, вот это три стрельчик дает. А ну еще раз, и еще раз дадим. Смотрите, оно прям с огнем. Вот это да. Так, ладно, тогда даем как можно большим растениям эту штуку, эту способность. Но у нас тут, похоже, пройдут по одной линии. Негодяи такие. Так, а ну-ка давайте вот так вот даем, смотрите. Ха-ха. Классно, ребята. Ну тут еще один гаргантюа идет. Честно, не знаю, что с ним делать. Как вообще это пройти, ребята? Это вообще возможно? Это вообще законно такое делать? Что? Почему? Мы проиграем, похоже. Или нет? Или да? Или нет? Или да? Или да? Или нет, ребята? Или да? Или нет? Ну вот, суперспособность. Так, мы одну газонокосилочку уже, к сожалению, потеряли. Но ничего. Ничего страшного. Так, а вот эту способность мы что? Не, ну ладно, давайте. О, фух, наконец-то супер-мега способности даем им всем нашим растениям и проходим. Фух, ребята, все, это конец. Да, ребята, фух, это конец. Отличное начало на сегодняшний день. Так, ну давайте открывать, не знаю. Как же нам эти вещи выбить? О, 10 кристаллов, прикольно. Ну, в принципе, это все. Вот здесь была шапочка на бумеранг. Ну да ладно, ладно. Так, ребята, смотрите, сегодня мы выполнили пиньяту. Я хочу вот эту голову открыть. А ну-ка, ребята, возвращаемся на карту. Сегодня же еще можно квестики повыполнять. Но квестики я потом повыполняю. А я хочу, ребята, знаете что? Я хочу Египет попроходить. У нас тут практически уже конец карты настал. Ну, точнее, конец испытаний. И здесь, ребята, будет босс. Так, ну, это будет уже... В этой серии, да, ребят, сейчас я вот эту карту пройду. Так, просто тут нужно отдефаться. Пройду вот это испытание и будем уже против сражаться босса. Так, что тут у нас есть? Мина у нас есть, это и это и это. Ну что ж, давайте стандартненько возьмем. Так, стоп, а что это мы не можем брать? А, это тот уровень, смотрите, где, ребята, нам уже дают... скажем так, набор, определенный набор растений, которые мы не можем изменять. Ну хорошо, тогда возьмем бомбочку, смотрите, бомбочку. А может, ну, в принципе, у меня выбор тут невелик. Ладно, давайте. Не будем сомневаться, а будем сражаться. Я, наверное, все-таки поставлю два рядочечка бумерангочков. Бумерангочков, два рядочка я поставлю. Капусточку одну нам штучку нужно поставить в любом случае. Так, и что еще? Ну, конечно же, орешки наши драгоценные. Ну, если хватит, то еще и мины мы поставим на всякий случай, чтобы, если что, мы могли бы защититься. Да, вот так вот мины поставлю. Вот тут, к сожалению, я орешка поставить... Не, стоп, тут все-таки надо орешка для этого поставить. Мина это не в приоритете у нас идет. Вот таким вот образом мы, я думаю, и пройдем тут все наши препятствия.
Так, так, да, ребята, да, все, let's rock. Кстати, ребят, вы подскажите мне, пожалуйста, в комментариях, как называется правильно вот эта вот способность, ну, суперспособность, которую мы даем нашим драгоценным растениям. Потому что я не знаю, как она правильно называется. Ее называют то листочек, то там способность, ну, в общем, точно я не знаю, как ее называют, ребята, по-правильному. Поэтому напишите в комментариях. Так, ну что ж, ладно, ребят, я тут ускоряю, наверное, понемножечку. О, вот эти с факелами идут, негодяи. Но мы их, по идее, должны неплохо так уничтожить сейчас. Так, да, ребят, да, потухли их факела. Это великолепно. У нас, видите, еще есть даже про запас. Если что, энергия дополнительная. Так, ух ты. Вот тут уже надо бы приготовиться. Хотя нет, в принципе бумеранги, они справляются со своей задачей. Только вот тут немножечко, конечно, зомби проходят. Но они взорвутся на мине, да? Ну уже, взрывайся на мине. А-а-а, фух, прям на грани мы, ребята, были. Очень близко к провалу. Ну да ладно, давайте здесь вот такое поставим теперь. Так. Ой, орешек тут наш прогрызают. Прогрызают, негодяй, орех наш. Ну же, ну давай, давай. Фу, вот эти зомби с ведром просто бумерангами. Ну, не то чтобы сильно они как-то нас прорываются, но, в принципе, прорываются. Ладно, ребята, ладно, давайте. Да хотя ладно, что тут ускорять уже нет смысла, наверное. Мы уже почти прошли. Почти финальная волна, но нет, у нас тут некоторые... Так, так, тихо-тихо, вот этот должен выжить, ну же, ну же. А, нет, ребята. Смотрите, не прошел зомби, он ему бошку отрезало. Ладно, так, это финальная волна идет или нет, или как, или что? Нет, ребята, похоже, все, похоже, конец нам или нет, или нет, или да. Но эта линия, смотрите, держится еще. Это, в принципе, тоже. Так. Ну, что, все или нет? Это же финальная, да, волна? Больше не будет. Ну, тогда мы выиграли. Тогда мы две зомбокосилочки, скажем так, использовали. Но все же выиграли, ребята. Или нет, или еще вот эти будут зомби у нас идти. Не, все, видите, это финал. Да, давайте так капустой раскидаем. И все, ребята, да. Вот тут у нас прогрызет, наверное, этот зомби. Но ничего, у нас есть для этого, видите, наша зомбокосилочка. И такой пылесосик, я бы сказал. И да, ребята, мы выиграли, но, конечно, ценой великих потерь, к сожалению. Но, ребята, у нас есть двухголовый змей. Змей, нет, конечно же, не змей, это подсолнухи. Так, 125 монет они стоят, и получается, это они за раз приносят 100 энергии. Вот это круто, ребята. Да, ребята, посмотрите, нам доступен босс. О да, я этого долго ждал. Так, ну что ж, нужно приготовиться, ребята. Ой, нет, стоп, стоп, давайте, знаете, что сначала? Зайдем в сад Зен, да, я забыл. Так, 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 этот злой профессор нам тут говорит всякие гадости. Так, 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 да, ребята, да, нам нужно его остановить в любом случае, в любом случае. Чё это такое? А как? В смысле? А что, мы никакие растения не можем ставить? Ага, вот так вот, кажись, мы только можем делать. Я понял, ребята. Я все понял. Вот это да, вот это сражение. Вот это... Ой-ой-ой, наших растений уничтожают. Да как же так? Так, ну смотрите, я так полагаю, нам нужно ставить в те места, где... Да, ребят, смотрите, это прикольно. Вот сюда нам нужно ставить растения наши. Так. Он еще эти могилы, негодяй, ставит, падла, везде. Так, ну ладно, ладно. Давайте уничтожать его. Думаю, мы победим его. В смысле, да? А как, почему у него так здоровье мало отнимается? Вот он, наконец-то, родил нам зомби. Вот негодяй такой. Так, давайте орешки ставить, бумеранги. Тут всех-всех зомби. Ну, в принципе, мне нравится, что... О, суперспособность. Мне нравится, что, ребята... Так, а куда он? Куда он? Вот тут, да? Давайте по этой линии используем суперспособность. Вот так вот, чтобы уничтожить этого зомба проклятого. Ой-ой-ой, хорошо, хорошо, ребята. Смотрите, две суперспособности нам дали. Давайте сразу используем вот так вот в него. Ой, хорошо, хорошо. Заходит, ребята. Смотрите. Этот... Ну, в принципе, мы справляемся потихонечку с нашим-то боссом. Не с нашим боссом, с негодяйским боссом. А ну, если мы Буча сюда поставим. А-ха-ха, смотрите. Буч будет его лупить тут вовсю просто. Вот это мне нравится, прикольно. Так, давайте еще, давайте, стенорешек. Ой, стенорешек. Это не стенорешек, это, ребята, у нас
называется негодяйский босс. Так, вот суперспособность, отлично. Так, вот таким образом давайте использовать суперспособности. О, хорошо, пошло. Так, здесь у нас стенорешек страдает просто-напросто. Я не знаю, что куда вообще ставить. У меня паника какая-то даже. Я не понимаю, что происходит. О, Гаргантюа! Черт, что же с ним делать, ребята? Так, ладно, придется использовать нам супер-мега-способности. Давайте Гаргантюа вот этого бить, потому что, ну, мы не сможем пройти иначе. Еще давайте, еще используем заморозку. Давай, давай, давай. Ой, фух, все, поджарили, поджарили мы этого босса. И еще давайте... Вот так вот, вот так вот, вот так вот. И самого босса тоже давайте. Так, ну, у меня, конечно же, ограниченное количество растений. Так, ой-ой-ой, тихо-тихо. Ну, одну линию мы потеряли, ребята. Ладно, ладно, не беда. Не беда, в принципе. Давайте вот тут уничтожим. И давайте в нашего мега-супер-злодея тоже стрелять. Так, надо ставить растения. У меня их уже куча. Так, ну у меня, к сожалению, нет вот этих вот... О, Буча, давайте Буча вот сюда прям под босса поставим. Сейчас он его будет уничтожать тут. Хорошо, хорошо. А если мы сюда поставим... Ну, хотя ладно, наверное, нет смысла сюда ставить. Так, нашего Буча уничтожили. Так, 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 что происходит? Я тут уже не осознаю просто. Да в смысле? Ты чё такой дерзкий, а? Негодяй. И уничтожил... Почти все наши растения. Да, ребята, это не круто на самом деле. Это все очень печально и нехорошо. Так, давайте сюда вот Буч оставим. Сюда, так. О, смотрите, как его Буч бьет. Давайте суперспособность даем Бучу и... О, хорошо, ребята, хорошо. Так, он тут у нас бомбардировки делает. Вот это просто гад какой-то. Ну ничего, смотрите, смотрите, мы тут обучи поставили, и они его, смотрите, как бьют, а он им ничего даже сделать не может. И зомби, которых он посылает, они... Нет, они бучи съели, ну ладно. Ладно, бучи, извините, но вам конец, к сожалению. Так, давайте могилу уничтожать. Могилы нам здесь никак не нужны. Так, таким образом. Ой-ой-ой-ой, сейчас будет, ребята, больно. О, суперспособность, отлично. Так, 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 хорошо. Точнее, нехорошо, это нифига, ребята. Стоп, а если дать суперспособность ореху? О, смотрите, ребята, он станет мегастальным орехом. Классно. Так, бумеранг. Давайте... Нет, суперспособности у меня нет, ребята, к сожалению. Смотрите, смотрите, каким стал наш этот орешек стальным. Вот это классно. Так, хорошо. Тогда продолжаем защиту. Ребята, продолжаем защиту. Нам больше... У нас выбора и нету-то особо. Так, ну у босса сколько тут здоровья осталось-то? Давайте бумерангом даем суперспособность. Нет! Ай, нет! Не получилось мне дать суперспособность бумерангу. Это печально. Это печально, ребята. Это очень-очень-очень печально. Все очень-очень-очень плохо, но мы держимся. Мы держимся кое-как... Как-то так, не знаю, какими-то просто непонятными путями, но мы держимся, ребята. Так, вот тут у нас прорыв идет. Надо вот этих зомби уничтожать, уничтожать. Нужен, нужен, нужен. Нет, нет, неужели, неужели мы не сможем? Неужели мы не пройдем этот уровень, ребята? Нет, я в это не верю. Я не верю в это. Мы обязаны пройти. Смотрите, сколько тут мега-суперспособностей. Так, сейчас дадим ему бумерангу. Этому дадим. Вот этому стенорежку. Вот этому бумерангу, и практически боссу конец приходит, наступает. Ну, босс, давай. Нет, ну почему? Почему, ребята? Почему? Нет, а ну, может я его мега-суперспособностью? Нет, у меня уже не хватает. Не хватает денежек, ребята. Нет! Мы не смогли сразиться с боссом. К сожалению, он съел наши мозги, ребята. Эх, там стоит только зайти в наш садзен. Эх, собрать урожай, посадить растения, которые у нас есть, полить их быстренько. Ну и, в принципе, ребята, на этом все. В этой серии, к сожалению, мне не удалось выиграть босса. Но
На этом-то не конец, ребята. Будут еще следующие серии. В следующей серии я исключительно посвящу прохождению этого проклятого босса. Что ж, ребята, спасибо, что вы меня смотрели. Мне было очень приятно. Надеюсь, вы поставите лайк за мои старания, искренние старания. И подпишитесь на канал. А также, возможно, поделитесь этим видео. Я вас верю, ребята. Все, с вами был Фалакс, ребята. Адиос.